Добрый день, уважаемые друзья, наши подписчики, все, кто нас смотрит. Всем огромный привет. С вами компания Arbat Homes и Солнечная Алания. Я ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пекер. Что сегодня у нас на повестке дня? Очень красивая, очень вкусная, очень яркая, стильная квартира. 2 плюс 1, 84 тысячи евро, 110 квадратных метров, 8-й фактический этаж в комплексе с инфраструктурой, который находится в районе Махмутлар. Итак, не будем забегать вперед. Проходим, смотрим наше супер предложение. Мы в холле. Квартира 2 плюс 1 с красивым светом и цветом, как сказал наш оператор. Очень понравилась эта квартира. Я думаю, что вы разделите мои эмоции, когда вы увидите обзор этой квартиры. Посмотрите сразу, какая здесь красивая цветовая гамма. Стены покрашены и частично есть очень интересные обои в классическом стиле. Сразу смотрим, имеется шкаф. Шкаф просторный. Домофон внутри шкафа имеется. Очень симпатичные во всей квартире люстры и светильники. Можно сюда поставить еще что-то, если вам нравится. Можно повесить зеркало, можете какую-то картину поставить. Ну, наверное, уже с картинами будет лишневато. Сразу по планировочке. Слева от меня гостиная вместе с кухней совмещенная. Ванная комната одна. Может быть, это единственный минус данного предложения. Вы привыкли уже по нашим обзорам, что в низкой недвижимости в квартирах 2 плюс 1 обычно бывает и гостевой санузел, и в родительской спальне. Гостиная, ванная комната и еще две комнаты. Чуть попозже посмотрим. Проходя в зал, вы сразу оцените, во-первых, квадратура. Квадратура, площадь гостиной и насколько правильно застройщик сделал вот в этом углу кухонный гарнитур. И получается, что у нас обеденная зона немножко отделена. Очень удобно. Год постройки 2013. Но застройщик, хозяин квартиры полностью поменял все здесь, от А до Я. Кухонный гарнитур новый. Все, что у нас есть из встроенной бытовой техники, все новое. Это газовая варочная плита. Здесь место для газового баллона. 100 с хвостиком лир стоит. Если вам не нравится, вы можете приобрести электрическую плиту. Новая духовочка, новая судомойка. Достаточно, в принципе, места для хозяйки или мужчины, если вы тоже любите готовить. Небольшая обеденная зона на 4 персоны. Достаточно, можно еще стулья подставить. Окна у нас выходят, это окно выходит на запад. Очень приятно радует текстиль в этой квартире. Обратить ваше внимание хочу на шторы, тройные шторы. Бордово-серые, очень красиво. Находимся мы на улице Ататюрка. Расстояние от комплекса до моря плюс-минус 500 метров. Вы наверняка знаете, что Ататюрк улица – это вторая улица после Барбаросса. Здесь также присутствует вся полностью городская инфраструктура. Это у нас сторона западная, а также имеется выход на балкон. Большой балкон. Балкон выходит на юг. Всегда будет у вас в зимний период тепло. Все, что мы видим из мебели, все стоимость входит. Два кресла, очень стильный журнальный столик, телевизора нет. Телевизора нет, но есть в каждой комнате у нас кондиционеры. Все функционирует, все работает. Даже цветы и вот эти вот бюсты, это тоже стоимость входит. Очень понравились здесь обои. Все в красивой цветовой гамме, все друг с другом сочетается. Также вот смотрим, у нас такой симпатичный шкаф. Очень-очень-очень красиво. На балкон выйду чуть попозже. Мы будем с вами там подводить итоги и хочу показать и остальные комнаты. Ванная комната также большой квадратуры. Все присутствует. Новая сантехника, новая душевая кабина. Проходите, смотрите. И с левой стороны от меня
огромная-огромная родительская спальня. Вам понравится эта квадратура, эта площадь и богатство убранства этой комнаты. Также в этой комнате очень много света. Не потому, что у нас красивая люстра из 10 лампочек, да? У нас очень большое панорамное окно, французский балкон, выход из родительской спальни, и французский балкон имеется также в детской или в гостевой. Обратите внимание на вот этот вот большой платяной шкаф. Очень большая на самом деле площадь этой квартиры. На полу в спальне, в родительской и в детской, у нас ламинат темно-серого цвета. Наверное, вы уже обратили внимание, что в коридоре и в гостиной это красивый темно-серый мрамор. Симпатичные очень обои, которые тоже подходят ко всему, что мы видим в этой квартире. Кровать большая, king size, текстиль, все в стоимость у нас входит. Не хватает только бутылочки вина, да, мы уже привыкли, что у нас для продажи выставляют квартиру и обязательно бутылочка вина, чтобы отмечать ваше топо. Очень красивое тоже вот трюмо, могу сказать, зеркало. А еще какая изюминка этой комнаты, вы просыпаетесь с утра, открываете глаза и смотрите на горы. Выходит комната на север. Итак, детская спальня или гостевая спальня. Очень понравилась цветовая гамма здесь, очень понравилась квадратура. Скорее в стиле модерн оформлена эта комната. Темно-серый, обратите внимание, также здесь у нас ламинант. Темно-серый, черные стены у нас покрашены. Это не обои, но на противоположной стороне есть очень симпатичные обои. Самолет. Вы просыпаетесь, видите этот самолет и думаете о том, как вы будете путешествовать по всему миру. Большой платяной шкаф, две полуторные кровати у нас. Места достаточно. Кстати, очень мягкие ортопедические матрасы, я уже проверила. Также просыпаются здесь ваши гости или дети, смотрят утром куда? На горы. Дорогие мои, вам эта квартира обязательно понравится. 84 тысячи евро с мебелью, с техникой, с кондиционерами, со всем вот этим вот прекрасным турецким текстилем. Все это в стоимость входит. 110 квадратных метров. Полностью новая квартира. Никто здесь не жил. Мебель новая. Приезжайте, покупайте. Это счастье. Обратите внимание на шкафы без ручек. Очень удобно. Для книг. Для посуды. Особый шарм этой квартире придает ледовая подсветка. Не только на потолке, но также идет ледовая лента у нас по всему периметру гостиной, а также в коридоре, а также очень удобно для хозяек с внутренней стороны кухонного гарнитура. Вечером, когда вы находитесь в своей квартире, вы можете выключить верхний свет и будет просто романтическая атмосфера. Подводим итоги. Сегодня мы смотрели с вами квартиру очень красивую, яркую, стильную, без дополнительных расходов. В районе Махмутлар, на улице Ататюрка. Это около 500-500 метров от моря. Квартира находится на 7-м, на фактически 8-м этаже. Не шумно. Я знаю, что вы часто говорите, улица Ататюрка, это шумно. Чем выше, тем меньше шума. Абсолютно в квартире никакого шума нет. Желаете еще спокойнее, можно застеклить балкон гармошечкой. Квартира, площадь 110 квадратных метров, 2 плюс 1, 84 тысячи евро. Комплекс состоит из 4 блоков. В комплексе имеется как летняя, так и зимняя инфраструктура. Это открытый бассейн с подогревом, это сауна, хамам, это тренажерный зал, это огромная зеленая, красивая, а самое главное, ухоженная территория, а также детская игровая площадка. Хочу пояснение сделать относительно платной инфраструктуры, куда входит сауна и хамам и соответствующие услуги. Для тех, кто арендует недвижимость в этом комплексе, или если вы хозяева недвижимости, то вы имеете право на скидку на все услуги сауны и турецкой бани. Повторяю, 84 тысячи евро, полностью укомплектованная квартира. Окна выходят на юг.
на запад и на север. Это у нас спальня и детская, родительская и детская спальня. На сегодня я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что вам эта квартира понравится. Жду комментариев. Пишите Асбею, пишите нашим менеджерам. Всем пока!